Муниципальное образование Верхневолжья получит финансовую поддержку от областного правительства на развитие своих территорий. О каких муниципалитетах идет речь, выясняла наша съемочная группа. В 2018 году разработаны новые критерии оценки муниципалитетов. Учитываются объем инвестиций в основной капитал, продукции сельского хозяйства, отгруженные товары, жилищное строительство, а также оборот розничной торговли, среднемесячная заработная плата, численность занятых в экономике и уровень безработицы. Получат все муниципальные образования Тверской области. Подводя итоги, мы смотрели результаты рейтинга, по которому отбирались муниципалитеты, каждый в своей номинации, исходя из численности населения и площади муниципального образования. Но у каждого муниципалитета есть достижения, и мы считаем, что все наши граждане, которые проживают в разных муниципальных образованиях, должны обязательно находиться в зоне внимания руководителей муниципальных образований. Дотации распределены по итогам оценки развития экономического потенциала муниципалитетов. Минимальный размер субсидий составил 562 тысячи рублей, максимальный – более 1 200 000. В этом году мы по итогам 2018 года выделили достаточно большое количество денежных средств, чтобы дальше муниципальные образования могли участвовать в том числе и в наших региональных программах. Это газификация, это обустройство общественных пространств. В 2019 году общий объем дотационной поддержки территории Верхневолжья на сбалансированность местных бюджетов составил 478 миллионов рублей.